Древний духовный центр Троицы Сергиева Лавра. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий, священно-архимандрит Троицы Сергиевой Лавры, совершает богослужение в день Рождества Христова в кафедральном Богоявленском соборе. Обручение Уго Высшей Матери Его, Марии и Отчеству, прежде даже не чучися има, обречеся имущего чреве от Духа Свята. Иосиф же, муж ия праведенцы, и не хотя ия обличите, восхотета и пуститию, сия же ему помыслившу, все ангел Господень во сне явися ему, глаголя Иосифе, сыне Давидо, не убойся, приятель Мариам, жены твоя, родшегося в ней от Духа и Свята, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ой, воскресит люди своя от грехов. Почти четверть века стоит святейший патриарх Алексий у кормила церковного корабля. Он старейший по хиротонии епископ во всей православной церкви. За большую патриотическую деятельность в защиту мира и в связи с 90-летием в ноябре 1967 года советское правительство наградило святейшего патриарха четвертым орденом Трудового Красного Знамени.